Самое главное — победа, выиграли хорошо. Наверное, отмечу поддержку болельщиков в такой холодный вечер. Пришли и поддержали команду. Вот большое им спасибо. Перспективно выглядит ваша связка с Козловым, как вот. Ну, мы все сборы, как бы Владимир Леонидович нас ставил. Вот, понятно, там Андрюха пришел с новой команды, я пришел. Как-то, ну, стараемся взаимопонимание искать. Вот, ну и, конечно, это после сборов все с каждым разом все лучше и лучше становится. Так что надеюсь, ну, в дальнейшем будем еще лучше сыграться. Кубань удивила? Ну, не сказать, они всегда играли, ну, контроль мяча, там, вот, через АТА мы готовились, вот. Считаю, хорошо сыграли в этом плане, ну, не давали им разыгрывать мяч, вот. Так что, не сказал, чтобы удивил сильно.